Я уже на выставке «Радмир». Сейчас только мы собираемся, мне уже дали вот такой вот пропуск. Я судья сегодня на чемпионате. Сейчас номинация «Прическа с элементами плетения». Вот такие красавицы. Есть, мне вот эта работа очень понравилась. Вот эта красивая форма тоже. И образ продуманный очень. Посмотрите, какая красавица. Мне работа очень понравилась. Очень классно выполнено. Все выдержано в одном стиле. Девочки, пишите обязательно, что вам понравится. Вот это вообще меня потрясла работа. Настолько креативно. Вот я такое очень люблю. Мне очень понравилось. Очень интересные элементы. Просто круто. И образ в целом выдержан. Вот эта девушка тоже меня впечатлила. Работа мастера просто очень крутая. Смотрите, какая красота. Тоже очень сложно, кстати, это сделать. Девочки все очень волнуются, переживают. Вообще, девочки все очень круто отработали. Молодцы. Я знаю, как они нервничают. Я сама нервничала, сама участвовала. А сегодня первый день уже завершен. Все номинации уже отсудили. А скоро, совсем скоро будет фуршет. Я приглашена торжественно. И смотрите, что тут происходит. Это просто зима. Первый день зимы с первым снегом всех. Это очень круто. Теперь я буду по снегу искать, где этот ресторан. Пожелайте мне удачи. Ребят, хочу вам показать это шикарное место, в котором у нас проходит вечеринка в честь 20-го юбилейного чемпионата Украины. Это ресторан-музей. Поэтому вот здесь карта Украины. Я впервые вижу такой шикарный ресторан. Это булава прямо при входе. Такая вот булава шикарная. А это печати всех областей Украины. Вот такие, как они были. Вот смотрите, это просто потрясающе. Заходишь, и вот ресторан, музей. Второй день. Сегодня вручение дипломов. Покажу вам сегодня, какие будут номинации и супер крутые работы. Такая красавица одна, мне очень нравится, девочка очень классно показывает, продает прическу, модель просто классно работает, как важно, как модель сидит, форма очень прикольная, но модель переживает и продает прическу уже немножко. В общем, очень сложно соревноваться. Очень волнительно, но конкурсанты очень сильные, молодцы. Еще будут соревнования, я сегодня еще буду показывать вам. Сейчас покажу вам те работы, которые мне очень понравились в номинации с плетениями. Вот это мне очень понравилось, очень интересная идея, очень круто. Не знаю, кто мастер. Мастер, найдите меня, отпишитесь, мне интересно с вами пообщаться. Вот это мне понравилась работа, тоже красивая такая, вот, отличается. Технический элемент, мне понравилось, очень круто. Это коса, это круто, мне нравится. Еще одна номинация, мне понравилась вот эта форма, очень крутая работа. Образ. Цвет очень круто подчеркивает форму, такая бомбезная просто. И хорошо, чисто сделано. В общем, мне понравилось. Все, больше ничего вам не покажу. В общем, мне ничего не впечатлило. Все, еще какая-то... А, еще свадьба я вам покажу. Сейчас будем судить. Свадьба, свадебная номинация, моя любимая, достойная, красивая, чистая. И вот так это спереди. Еще раз вам покажу. И вообще все, кто участвует, это большие умнички. И не расстраивайтесь, если вы не заняли призовое место. На самом деле тот опыт, который вы получаете здесь, нигде больше вы его не получите. Вы уже можете собой гордиться. Сейчас будет награждение. Очень много людей собралось, чтобы увидеть, кто же занял первое место. Вон кубки стоят и цветы.
будет сейчас очень круто. Нас награждают всех судей вот такими вот потяками. Ну вот и закончилась моя поездка в Харьков на юбилейный 20-й чемпионат Украины. Я безумно счастлива, спасибо огромное за приглашение в судейство. Это первый мой такой опыт. А сейчас я бегу на вокзал, у меня скоро поезд. А вы не забывайте подписаться на мой канал, скоро будет много новых выпусков. С вами была Ольга Дипри, до новых встреч, пока!